В инструкции к хлоргексидину вы точно не найдете тех 10 способов его применения, о которых мы вам сегодня расскажем. Да, речь идет именно о том антисептике, которым нам настойчиво рекомендуют обрабатывать руки, чтобы избежать заражения вирусом. И если его нет у вас в доме, или вы применяете его от случая к случаю, то после просмотра этого видео он станет вашим незаменимым помощником не только для лечения и профилактики различных заболеваний, но и в быту. Хлоргексидин – универсальный препарат, за который не придется дорого платить в аптеке. Но по своим свойствам он превосходит многие препараты, стоящие немалых денег. Препарат обладает повышенной эффективностью при антисептической обработке кожи рук, поскольку не только защищает поверхности от попадания бактерий, микробов и вирусов, но и успешно борется с уже попавшими на кожу возбудителями инфекционных заболеваний, а также с некоторыми вирусами и грибковыми инфекциями. В отличие от привычных нам йода, зеленки, борной кислоты или перекиси водорода, хлоргексидин не имеет выраженного запаха и не оставляет никаких следов на коже или одежде. Второе важное достоинство применения антисептика – безопасность при обработке кожных покровов. Хлоргексидин не проникает сквозь поры и слизистые внутри организма, не попадает в кровеносную систему. Однако меры предосторожности при его применении все же необходимо соблюдать. Не допускается попадание препарата в глаза, а во время полоскания горла нельзя прогладывать жидкость. Традиционные способы использования антисептика. Самая распространенная сфера применения хлоргексидина, конечно же, медицина. Его используют для обработки рук перед операцией весь медицинский персонал. Им протирают кожные покровы перед тем, как брать анализ крови. Его применяют при вскрытии гнойных наростов или ран, чтобы избежать инфицирования. Вторая область применения — косметология. При обработке своих инструментов мастер маникюра и педикюра не обходится без хлоргексидина. Но не только в этих сферах популярен антисептик. Его успешно применяют дома, в быту, на природе, везде, где требуется продезинфицировать поверхности и обеспечить защиту кожи от попадания на нее патогенных микроорганизмов. Нестандартные варианты применения хлорогексидина. В показаниях к применению хлоргексидина-биглюконата в основном указаны только антисептические свойства препарата. Но есть несколько неочевидных способов его использования, которые помогают лечению и профилактике самых разных заболеваний, а также обеспечивают безопасность предметов, использующихся в повседневной жизни. Необходимо помнить, что любой способ самолечения может привести к серьезным последствиям, поэтому перед применением этого средства обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Лечение воспалений горла. При гнойных ангинах, фарингитах, ларингитах и других воспалительных заболеваниях горла можно применять хлоргексидин в качестве основы для полоскания. Для этого 0,05% раствор препарата разбавляют питьевой водой в соотношении 1 к 2 и полощут горло. Такое полоскание снижает болевые ощущения и удаляет налет гноя на слизистых. Применение для ротовой полости. Обработка ротовой полости хлоргексидином при стоматите, пародонтозе, раздражениях и воспалительных процессах на языке поможет избавиться от воспаления уже через несколько дней после начала курса лечения. К тому же препарат эффективно помогает уничтожать неприятный запах изо рта, если его применять в качестве ополаскивателя. Интересно, что хлоргексидин есть в большинстве составляющих дорогостоящих ополаскивателей для рта, но стоит он гораздо дешевле. При этом эффективность будет ничуть не ниже. Предупреждение половых инфекций. Подстраховаться от незащищенного секса с новым половым партнером, предупредить возникновение инфекций, передающихся половым путем, тоже поможет хлоргексидин. Им нужно обработать влагалище и половой член, а также поверхности кожи внутренней стороны бедер и лапка в течение двух часов после полового акта. Такая дезинфекция будет действенна, если после этого не мочиться в течение двух часов. Очищение кожи лица. Защиту кожи после пилинга и других очищающих процедур, открывающих поры лица, обеспечит все тот же хлоргексидин. После процедуры следует нанести на все обработанные участки раствор, который предупредит попадание патогенных микроорганизмов и окажет успокаивающее действие. После этого воспалений и раздражения на лице можно не бояться. Раствор хлоргексидина помогает бороться и сакная, поскольку способен противостоять бактериям, вызывающим угревую сыпь на лице. Однако эффективно такое лечение лишь на начальной стадии заболевания, пока бактерии не проникли глубоко в кожу. Борьба с мозолями и натоптышами. Смазывая раствором хлоргексидина мозоли и на натоптыша на ногах, можно значительно смягчить кожу и легче избавиться от неприятных образований. Лечение ран и ожогов. Хлоргексидин отлично справляется с лечением ран, порезов и ожогов. Он защищает кожу от проникновения бактерий и микробов, уничтожает микроорганизмы, попавшие на поврежденную поверхность. Раствор часто используют для безболезненного снятия марлевых повязок. Смачивание лекарственным препаратом бинтов не только снижает болезненные ощущения, размачивая ткань, но и обеззараживает открытые раны и ожоговые очаги. Борьба с потливостью ног. Чтобы избавиться от усиленной потливости ног, можно смазывать раствором стопы, пальцы и область между пальцами, а также внутреннюю поверхность повседневной обуви. Достаточно повторять эти процедуры в течение двух недель, чтобы уничтожить неприятный запах и избавиться от повышенного потоотделения. Обработка глаз домашних питомцев. Гнойничковые образования в глазах собак и кошек – настоящая проблема для их любящих владельцев. Для обработки глаз берем минимальную концентрацию раствора – 0,05%. Разбавляем его один к одному кипяченой или дистиллированной водой Обмакиваем в жидкость марлевый тампон и с большой осторожностью обрабатываем места скопления гноя, не затрагивая самих глаз. Очищение поверхностей в быту. Наверняка многие слышали, что самые загрязненные поверхности в доме именно те, к которым мы чаще всего прикасаемся. И в первую очередь это наш телефон, который мы практически не выпускаем из рук. Количество на его поверхности микроорганизмов просто зашкаливает, и далеко не все они полезны для нашего организма. Обработка хлоргексидином телефона и других гаджетов, которыми часто пользуемся, помогает очистить поверхность от возможных возбудителей инфекций, не позволяя им попадать на кожу рук и лица. К тому же препарат не повреждает материалы, из которых изготовлены гаджеты. Также мы применяем хлоргексидин для обработки салона любимого авто, поскольку проводим в нем много времени и не всегда проветриваем его, чтобы убить вирусы и бактерии. Аналогичная обработка не повредит и домашнему кондиционеру. Распыляем 200-300 мл полупроцентного хлоргексидина перед отверстием, затягивающим воздух. Это поможет продезинфицировать внутренние поверхности кондиционера и очистить воздух в помещении шпионские игры. Удивительно, но хлорогексидин может стать чернилами для написания невидимой шпионской записки. Разгадать тайну написанного поможет только отбеливатель с хлористыми составляющими. Достаточно им побрызгать на записку, чтобы проявился текст. Однако здесь очень важно соблюдать меры предосторожности, поскольку токсичность отбеливателя высока, и можно повредить слизистые. Поэтому при проявлении текста Обязательно надеть защитные очки и маску. Но ну, а так игра станет еще увлекательнее. Друзья, а у вас есть дома бутылочка хлорогексидина? Как часто вы им пользуетесь? Ну а сейчас позвольте пожелать вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До новых встреч!